Ну вот, наступило утро, и опять мы отправляемся в путешествие. Покажу последнюю свою резиденцию под названием Храм. Покажу пару моих открытий. Ну, может, и без меня кто-то их сделал, но считаю их своими. Ну что, пошли в путешествие. Вот, это последняя серия из путешествий в этом моде. Следующая серия будет заключительная. Просто объясню кое-какие моды и приспособления, которые имею. Ибо следующей серии, которая перейдет в Техник Пак, некоторые из них могут исчезнуть. К сожалению, при переходе на другие моды, другие всякие паки, мы теряем вещь. Ну, путь тут не очень долгий, поэтому довольно-таки быстро придем. Вот уже он, по идее, будет виден. Это моя гордость, конечно, может кому-то показаться, что это простая, но вложил душу, время, силы. Вот он, ясь моей мечты, мой храм. Как видите, он летающий, поэтому никакие зомби, никакие другие ночные твари мне не мешают. Они просто туда добраться не могут. Даже пауки, поднявшись наверх, не очень-то могут мне чем-то навредить. Поднимемся наверх, чтобы показать, и вы могли бы увидеть мое творение издалека. Вот. Как видно, стиль пагоды. Вот. Упс, падаем. Но теперь, конечно, стоит лифт водяной, чтобы был один единственный путь. Так, чуть неправильно. Оп. Подняться сюда можно только через этот лифт, по-другому никак. Вот. Идет забор. Внутри этого забора коридор внутренний, где можно посмотреть наружу. Это, так сказать, домик с помощью, в котором я жил временно, пока строил этот красивый мир. Вот. Имеет 3 этажа и довольно-таки функциональная вещь. Ну, а теперь идем вовнутрь моего храма. Покажу 2 вещи. Вот такой вот красавец. Первая вещь. Это получилось нечаянно. Называю его храм-камин. И почему я его так называю? Вот он, камин. Теперь нам нужно переместиться. Тушим огонь. Берем зажигалку. И Абдулла, зажигай. Опа! И мы получаем вместо камина портал. Если нам портал не нужен, мы его гасим и превращаем опять в камин. Вот и вся система. Ну, теперь покажу вторую вещь. Это мой стол зачарования, поскольку у меня уже 17
опыта, заодно им воспользуюсь. Ну, для начала стоит поршень, там ничего сложного нету. Получается полный круг, то есть максимум сила зачарования. И теперь увидите, как это реализовано. Идем в комнату зачарования. Вот дверь. Заходите. Становимся на плиту. Нижний поршень поднимает верхний. Нажимаем рычаг. Верхний поршень опускает. Получаем полный круг зачарования. Ну, как раз у меня не зачарован лук. Ложим лук. Ну и ловим 17 уровень. 15 не подходит. 9 тоже не очень. 13 не хочу. 15 не хочу. 13 не хочу. Где же этот 17? 15. 10. 10. 14. Ну что, тебе жалко 17 дать? О, 17. Не знаю, что мы получим, но выбираем. Удар один. Довольно-таки неплохо. Ну и чтобы выйти отсюда, поднимаем рычаг, сходим с плиты, опускаемся. И ура! Можем выйти. Красивый вид, как всегда. Вот. Но это была моя последняя, так сказать, гордость. Делал его довольно-таки долго. Приходилось восстанавливать, потому что когда я сделал камин, при первом запуске камина он мне все сжег. Из-за этого у меня сгорела половина. Ну, а теперь идем возьмем воды и вернем всю эту красоту, как было. То есть превратим портал в камин. Ну и как раз будет закат, и сможем увидеть храм в темноте. Довольно-таки красивое зрелище. В следующей серии я планирую показать свои моды. Вот, потушили и возвращаем камин. Все, тепло и сухо, двойное назначение, полностью все из обсидиана, поскольку наверху надо было ставить песок душ, которого у меня не было. Пришлось камин опускать довольно-таки ниже, и если бы я его еще поднял бы огонь хоть на один блок выше, у меня бы опять все наверху загорелось. Ну, надеюсь, больше такой проблемы у меня не будет. Вот. Так вот насчет всей следующей серии. Объясню, что делает, точнее, как им пользоваться модом Backpack. Называется это, добавляет такие вот красивые рюкзачки, которых я все ношу, но, к сожалению, техник пак его не предусмотрено, но там есть другие вкусности, поэтому перед тем как уйти в техник пак, может кто и знает, но на всякий случай покажу, как им пользоваться. Вот она моя прелесть. И что такое нано-костюм, и как его сделать, и как пользоваться. Вот, так что, пока, мисс, пока, до следующей серии.